1 июля в Омске отметили День ветеранов боевых действий. Солдаты и офицеры, защищавшие интересы нашего государства в различных странах мира, вместе с представителями власти, патриотических центров и общественных организаций, возложили цветы к памятникам тем, кто не вернулся с полей сражений. В Парке Победы алые гвоздики и гирлянды легли к мемориалу сыновьям омской земли, выполнившим свой ратный долг перед Отечеством. Делегацию правительства Омской области возглавил заместитель председателя правительства Олег Заремба. Существенное количество независимости, суверенитета стран мира обязано именно России. Все помнят, что было какое-то трудное время, именно наши солдаты приходили на помощь и защищали мирное население от мировой гегемонии. Участники патриотической акции также возложили цветы к мемориалу воинам и мечам на улице Перелета. Они пришли сюда не только вспомнить о своих погибших товарищах, но и выразить поддержку российской армии, выполняющей задачи спецоперации на Украине. Это прежде всего День памяти. В этот день мы вспоминаем наших товарищей, которые не вернулись из различных горячих точек. После Великой Отечественной войны Россия участвовала в более 25 локальных конфликтах, и наши солдаты с гордостью отстаивали честь Родины, и те задачи, которые ставились перед ними, выполняли. Ряды наших братьев пополняются, и сейчас уже возвращаются ветераны, те, которые прошли спецоперацию, и, к сожалению, гибнут наши братья, которые там борются с фашизмом. Поэтому, конечно, мы не можем не вспомнить и о них. Продолжением памятных мероприятий стал 11-й международный фестиваль «Автоматы гитара», который проходит с 1 по 9 июля в Омске и 4 районах области.